Черный RAV4 не вписывается, не вписывается на дороге, выскакивает, бьет Ford. Ford в свою очередь бьет серебряную машину Chevrolet, а Chevrolet задом уходит в джип. Я услышал сильный удар. Я выглянул в окно, увидел, что несколько машин стоит разбитых, поднимается пар. Я выбежал на улицу, я ожидал, что будут здесь потерпевшие какие-то, пытался как-то помочь, но я не увидел потерпевших, я увидел, что черный джип сдает немножечко назад, и из него как выпал человек, и он начал что-то собирать просто на асфальт. Я подбежал, спросил, нужна ли помощь, он сказал, что ему помощь не нужна. Я подбежал к машинам, мне казалось, что это просто машины двигаются в ту сторону, и у них есть водители, я увидел, что там водителей не было. Они были припаркованы. Они были припаркованы, оказывается, один за одной в ряд. И тогда я начал спрашивать у очевидцев, что произошло. Они сказали, что человек, который находится около черного джипа, он водитель. Он, кстати, пытается сейчас, по-моему, сбежать. Значит, да. Идем за ним. Пойдем. Да, просто вы уходите с места ДТП. Не, мы не уходим, мы на месте. Вы могли бы рассказать вашу точку зрения, что произошло? Да ничего не произошло. Что же произошло на самом деле? Вы могли бы нам рассказать? Ничего, я ехал прямо, и на меня выехали две машины. Я их ударил. Ага. Сдавали задом. Как, обе машины сдавали задом? Одна, а потом за ней вторая. А куда они ехали? Может, они сдавали задом. Сдавали задом, да? И у вас на регистраторе это есть? На какой скорости? Ну, у меня регистратора нету, но они сдавали задом. А на какой скорости вы ехали? Ну, я ехал на скорости 20-30 км. И они вас не увидели, да, получается? Ну, они сдавали задом, они меня не увидели. А вы один были в машине или еще с кем-то? Один. А что вы употребляли сегодня? Ничего. А в какой вы службе? Как оно у вас оказалось? Вы украли его? Что значит нашли? Оно не могло выпасть. Но, к сожалению, оно... Вы у меня его выкрали. Вот. Ну, вы теряли? Нет. Не теряли? Нет. А где оно делось? Оно выпало у меня, когда я выходил из автотранспорта. Ну, так вы будете вот, его брать? Вот, ребята, да, я буду его брать. Поверните ему его. На каких местах вы его затримали? Вот, пожалуйста, милиция. Не затримали, мы его ну, дивіться. Хорошо, его заберем. Такая машина у тебя есть?